Привет! Меня зовут Мария Алёшина, и в этом видео хочу поделиться с тобой своей невыдуманной историей, но которая заставила меня переосмыслить очень многое. Значит, как ты понял из названия видео, речь пойдет о таком продукте, как новамин, производство корпорации Siberian Wellness, ну или по-старому сибирское здоровье. Значит, применяется в качестве профилактики и оздоровления для поддержания и защиты иммунитета. Помогает нашему организму побороть любые виды патологических клеток. Ну и особенно показан период массовых вирусных заболеваний. Состав, кстати, у него не хитрый, витамин С, Е и А. Но продукт с 30-летней историей, вообще один из хитов продаж компании. И что важно, запатентован. О чем это говорит? Вообще патентуют только те изобретения, которые хотят уберечь от повторения, так как эта формула создателя является неким достижением, лучшей версии, продвинутой технологии, в общем, уникальной в своем роде. Вот и я, начитавшись подобной информации, вообще удивительных отзывов, приобрела для себя и своей семьи такие 3 упаковки новамина, и пили мы по рекомендациям в целях профилактики. И вот на днях у меня начинает на вечер побаливать кожа. По какому признаку я обычно понимаю, что вот-вот поднимется температура. В общем, не стала принимать никаких аптечных средств, а выпила двойную дневную норму новамина, как это рекомендуется во время заболевания. Ну, решила так протестировать новамин в деле, да? Ночью у меня все-таки поднялась температура до 39, а потом еще чуть выше. Мне не спалось, я все лежала и переживала о том, что сейчас заражу всю свою семью, как это было в начале зимы, когда вот с точно такой же высокой температурой мы переболели всей семьей со всеми вытекающими последствиями. Все это проходило очень болезненно, долго, мучительно, но на ближайшие 2 недели мы просто выпали из жизни. Ну уж очень мне хотелось проверить все эти счастливые отзывы о новамине. Не стала я вставать, кого-то будить, пить жаропонижающее, да и чувствовала себя, в принципе, вполне комфортно. Что вы думаете, просыпать я утром, понимая, что температуры у меня нет. Симптомов, кроме легкой слабости, в течение дня тоже не было. Выпиваю опять дневную двойную норму новамина. И на следующий день просыпаюсь полностью здоровым человеком, полного сил, бодрости. Кстати, симптомов не появилось ни у меня, ни у моей семьи. И записываю я это видео спустя несколько дней, специально выждав, чтобы убедиться в точности результатов. Если у вас сейчас в голове противоречие, поверьте, оно мне здесь тоже. Потому что я точно знаю, что это было вирусное заболевание. Я же прекрасно знаю свой организм. И с аптечными препаратами, как ровным счетом и без них, мой организм бы так не справился. Вот расскажи мне подобную историю, пускай да моя самая близкая подруга вот не поверила бы, потому что для моего организма это чудо. Вот этим чудом хочется с вами поделиться, рассказать, порекомендовать, быть полезной. Понимаете, какая классная фишка? Мне просто хочется не с целью какой-то там выгоды, мне хочется просто поделиться полезностью. Это бывает только когда покупка превосходит ожидания. Это очень классная фишка. Сетевые компании, в принципе, они вообще основаны на принципе рекомендаций, да, по идее. Но ни одним продуктом до этого других сетевых компаний мне не вызывало желания делиться, рассказать, рекомендовать. Только этот продукт новамин меня вызвал такие бурные эмоции. Обычно его цена 650 рублей, периодически попадает под акции, например, сейчас он чуть дешевле российского производства, что говорит о том, что в него не вложены импортные наценки. Да и, если честно, если бы он стоил в 5 раз дороже, я бы все равно его покупала, потому что вот в прошлый раз на лечение семьи у меня ушло почти 7000 рублей. Если посчитать, сколько стоит упаковка и сколько я выпила капсул новамина, да, то получается, что оздоровление витаминами мне обошлось, вдумайтесь, 120 рублей.